Всем-всем самого доброго дня! Сегодня у нас 28 января 2024 года, и я хочу вам показать, в общем, сделать видеообзор вот на такие вот огурчики. Если помните, в прошлом году я делала обзор семян огурцов, тех, которых буду высаживать в сезон 2023. Среди всех семян были вот эти вот красивые огурцы. Огурец чупа-щупс. Привлекли они меня тем, что имеют такую вот необычную форму, округлую. Еще тем, что они довольно холодостойкие и раннеспелые. Пакетик фирмы Гавриш. В пакетике всего лишь 5 семечек. Из 5 семечек у меня взошли 4. И, в общем-то, да, на самом деле, эти огурчики появились. Выращивала я их под пленочным укрытием, под временным пленочным укрытием. Высаживала безрассадным способом. И они одни из самых первых, которые стали плодоносить. Эти огурчики очень вкусные. У них тоненькая хрустящая кожура. Очень они привлекают своей формой деток. Деткам особенно нравится. В общем, хочу сказать, что сорт мне понравился. Вернее, гибрид, не сорт. И я уже в этом году заказала еще пакетик таких семян и еще буду, снова буду их высаживать. И вот здесь вот у меня баночка с огурцами. Вот, я их собирала. Даже с 4 плодов можно было собрать на маринование. Вот так вот хорошо они себя ведут. То есть не замутнел маринад. Все прекрасно, все хорошо. И я предлагаю вам сейчас открыть эту баночку. Ну что, давайте достанем. Посмотрите, какой красивый шарик. Необычный, кругленький огурчик. Еще один. Огурчик на 2 укуса. Получается. Красота. В общем, рекомендую. Очень даже неплохой гибрид. На вкус они замечательные. Сохраняют свой огуречный вкус. Кожица тоненькая. Главное успеть вовремя их собрать. Ну что, я поделилась с вами вот таким вот прекрасным результатом. Надеюсь, что и вам тоже глянется этот сорт, и вы будете выращивать его в этом огородном сезоне 2024. Ну а у меня на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч!